Доброе утро, Ярик. Доброе утро. Мы уже в автобусе, едем в аэропорт. Ехать нам час туда, на 50 минут. И потом куда? А потом в Малайзию. Супер, Куала-Лумпур. У нас самолет. Едем, ой, лететь будем 3 часа. 3.50. 3.50. Да, почти 4. Ярик на руках засыпает по дороге в аэропорт. Все, вот мы и в аэропорту. Через 2 часа вылетаем на Куала-Лумпур. Что, мы уже сдали наш багаж, получили посадочные талоны на Air Asia в Куала-Лумпур. Летим в Куала-Лумпур. Да, Юля такая уставшая, потому что она не выспалась, хочет спать. Ничего, сейчас в самолете поспит, да? Да. Ну все, сейчас мы пойдем еще покушаем, у нас суши есть. Вкусняшки всякие. Да, всякие вкусняшки. Ну, не знаю, пропустит ли нас. Обязательно пропустит. Ну все. Бай-бай. Встретимся уже в Малайзии с вами. Не, в самолете почему? А, ну да, да. Покажем вам бюджетного перевозчика Азии. Лучшего бюджетного перевозчика Азии Air Asia. Увидите, как там все. Там все за деньги. Дополнительные. Багаж, если вы летите без багажа, вам будет дешевле, если с багажом, надо за багаж доплачивать. Потом за еду тоже надо доплачивать, мы что-то не успели заплатить, поэтому... Будем кушать сами. Да, будем кушать суши. Нужно заказывать еду. Да, надо было заказать заранее, но мы как-то в этой суматохе забыли про это совсем. Нам было не до этого, честно говоря. Поэтому покажем, как и что. Вот так. Все, не переключайтесь. В Гонконге в аэропорту есть бесплатный интернет с аймаков. Так что можете полазить в свое удовольствие. Кто не хочет с телефона или с айпэда, можно с аймака посерфить в интернете перед отлетом. На контроле авиационной безопасности у нас забрали. У нас был такой набор, швейцарская карточка, не знаю, как он точно называется, там, где маленький ножичек, ножнички, там, пилочка, пилочки. В общем, этот ножичек у нас забрали, и ножнички там маленькие тоже забрали. И Юлину пилку для ногтей тоже забрали. Я косметичку свою взяла, ну как-то всунула там в рюкзак, забыла про нее. Но тут не так, как в других местах бывало, что просто когда что-то забирают, приходится его выкидывать. А мы, получается, им сдали на хранение и через 4 дня заберем. Так что, ну такой сервис. Если у вас даже что-то запрещенное, вы сможете, если вы возвращаетесь в Гонконг, сможете это забрать. До 2 недель они хранят. Вот так вот. Покажи, что я делаю. Ярик учится ходить. Вылез из коляски и сейчас пойдет. Сам вылез из коляски, уже научился вылазить. Молодец. Ну что, мы летим Air Asia. Самолет новый, хороший. Питание очень дешевое, смотрю, надо будет что-то заказать. Все стоит в пределах 15-16 рингитов. Малайзийских. Юля уже хочет что-то кушать. Вот это все написано за 16 рингитов вместе с кофе и водой. А, то есть само 15? Само блюдо 15, а вместе с кофе и водой 16. Может, здесь есть какие-то условия, что-то очень дешево?
Ну вообще надо было предзаказ делать, то есть заранее по интернету это все заказать. Сейчас снимем малайзийские рингиты, потому что курс обмена валют в аэропорту такой не очень хороший, я думаю, в городе будет лучше, поэтому снимем с карточки. Ну, давай, давай, давай. Сорок малайзийских рингитов, хрустящие. Да, такие новенькие. Вот мы нашли автобус до Пуду Централ, потому что наш отель находится не возле КЛ Централ, а возле Пуду Централ. В Куала-Лумпуре два автовокзала таких самых. Может их не два, но я знаю только два. Самый основной КЛ Централ и второй Пуду Централ. Вот наш отель находится в районе Пуду Централ, поэтому мы едем сразу в этот район. Смотрите, не ошибитесь, не едьте на КЛ Централ, если вам надо к Пуду и наоборот. Стоимость проезда 10 рингит, 1 рингит 4 доллара. Американский. Вот так. Едем. Сейчас приедем в Куала-Лумпур, вам все покажем, расскажем. Выбрались мы наконец-то на улицу. Супер, я поняла, что я так люблю лето. Вот эти курточки, кофты, холод. Нет, вот это тепло, легкая платьечко и пошла. Супер. Да. И мы сейчас идем в Чайна-таун. Вот мы добрались до Чайна-тауна. Сейчас пойдем посмотрим, что там можно покушать, потому что мы так голодны. Вот такой гигантский пельмень мы купили со свининой. Стоит около 4 рингит. Не знаю, тут можно вдвоем накушаться одним пельменем. Ярик тоже кушает. Кушает. Это мы в Чайна-тауне. Она там положила лед. Большой кубик льда такой. Она сейчас его в снег перетрет. И такое себе мороженое будет с наполнениями разными. Вот все-все, много всего она положит. Зайка, готово. Супер. Надеюсь, что они чем-нибудь их компенсируют.
Боже, что там только нет. О май гад, наверное, вкусно. Вот такой в Куала-Лумпуре кокос подают. 6 рингитов стоит. Какая-то оригинальная форма подачи. Где-то как-то они сдирают этот весь зеленый цвет. Так, заказали мы лапшу по-сингапурски. Кокос. Ай, горячая. Какой-то слаймом сок. Юля говорит, что он соленый немного. У них колбаса сладкая, сок соленый. И суп том-ям. Или там-ям. Том-ям. Это очень большущая миска, я не знаю, как тайский суп. Натуральная жесть. Том-ям. Я первый раз кушаю этот тайский суп. Тут вот есть ракушки даже. Где ракушки? Вот. О, мамочки. Есть. Креветки. Есть штуки, креветки. Есть перец. Есть. Короче, Сережа кушает помидорчик. И плачет. Я не плачу, я задыхаюсь просто. Мне, когда я это ем, местами, когда попадает, наверное, перец, это просто очень перехватывает дыхание, я не могу дышать. Приходится запивать кокосом, тогда нормально. Очень острое, просто невозможно кушать. А мы еще заказали большущую миску. Да, да. Так что я мы, наверное, двоих не докушаем. Я вообще не кушаю, я острая и не могу. Сережка как-то... Фу. Креветки, наверное, скушаем там. Что там еще? Я себе вон креветку отложила, скушаю. Лапша вообще супер. Такая вкуснятина. Там просто и... надо вычислить, от чего меня штырит. Все, можно сказать, что я победил суп там ям. Я съел почти все, осталось там только... Только юшка. Поэтому, ну и реально у меня губы горят, во рту пекло. Больше я тамьям не ем, наверное, никогда. И всем расскажу, что ты. Да, спайси тамьям, это жесть натуральная. Мне просто хотелось проверить, или есть во мне силы вообще съесть такой суп. Оказывается, есть, но не до конца. Наверное, чтобы полностью его доесть, то я не знаю, сколько... Какую силу воли надо иметь и как над собой издеваться. Поэтому будьте аккуратны со спайси. Оно тут очень жесткое, реально. Мы кокос кушаем. Ярик кушает кокос. Мы решили купить еще фруктов. Нам дают там манго, ананас. А тут даже пластиковые деньги. Видите, тут дырка без пластика. Круто. Чтоб не портились. Манго, ананас и дракон. Да, манго, ананас и дракон. Мы кушали дракон сегодня, но он был белый. И мы думаем, что мы, наверное, не спелый кушали. Он был никакой, так что сейчас попробуем. Он вот такого цвета. Такой спелый-спелый. Спелый-спелый. И что у нас еще? Это манго, манго пару кусочков. Во сколько пакетик стоит? Один рингит 40 копеек. Ананас. Ну вот это все 4 рингита. Вот это все $1. А Ярик мучает ананас. Ой, ананас. Ярик мучает кокос. Ну что, вот мы возле Twin Towers. Petronas Tower. Эффект вау. Примерно такое же ощущение, как когда первый раз Эйфелеву башню увидел. Примерно так же. Ночью выглядит просто шикарно.
Ну, башня Петрона, конечно, шикарная. Ночью, всем советуем посещать их ночью. Ночью изумительная подсветка. Все выглядит бомбезно просто.